Привет, меня зовут Нина, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я расскажу о небольшой посылке с сайта iHerb. Все ссылки на продукты я оставлю внизу. Здесь есть несколько моих любимцев и несколько новых для меня продуктов. Заказала парочку любимцев Natrolla Kaberry Diet. Очень люблю эту биодобавку, она действительно способствует увеличению бодрости, энергии, уменьшению аппетита и быстрейшему сжиганию калорий. Это чувствуется. Здесь акаи, ягоды акаи, которые являются сильным антиоксидантом, хромиум, экстракт зеленого чая, метаболик-активатор с кофеиновая смесь. Но ее не очень много. И смесь для лучшего пищеварения. Дальше заказала своего старого любимца Deep Steep Food Cream Candy Mint. Хороший, охлаждающий, очень приятно пахнущий конфеты с мятой, мятным леденцом. Крем для ног. Очень его люблю. Пробовала многие другие с iHerb и не с iHerb. Этот пока лучший. Заказала кондиционер от Palmer's в пару к такому же шампуню. Не знаю, попробую. Шампунь мне очень нравится. Заказала вторую упаковку. Шампунь очень жидкий. Как видите, у кондиционера упаковка вот вниз крышечкой, у шампуня вверх крышечкой. Мне кажется, очень продумано. Ну, посмотрим. Упаковка пока что выглядит достаточно удобно. Очень сильный, очень приятный запах кокоса, такого ванильного кокоса. Шампунь мне понравился, шампунь бессульфатный. Попробую кондиционер к нему в пару. Такой вот сандафур соусы. Я пробовала такой с клубникой, мне очень понравился. Теперь вот заказала на пробу кофе чоколад и розбери. Попробуем, посмотрим. Не знаю, кстати, почему этот не упакован в пакетик. Ну ладно. Вот. С клубникой мне очень нравится. Тоже один из моих любимцев. И пара новинок. Такой вот пробник Aromatherapies Stress Reducing Food Cream с мятой и танжерином. Вот такой вот просто не тюбик. Посмотрим. Тоже пишут, что он должен охлаждать, приятно пахнуть и плюс еще уменьшать стресс при его использовании. То есть благодаря запаху. И еще вот такой вот набор, тоже тестовый, от Spa, Professional Spa Manicure and Pedicure. Здесь соль для мытья ног, скраб сахарный, увлажняющая маска и массажный крем. Тоже тут по маленькому пакетику всего этого. С солью мертвого моря я тоже взяла с мандарином и манго. Это все, что мне пришло с сайта iHerb на этот раз. Собираюсь переснять мое видео, если еще не пересняла, о любимцах с iHerb, но вот, кстати, несколько из них. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо, что смотрели. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Оставляйте также в комментариях пожелания, какие видео на моем канале вам бы еще хотелось видеть. И спасибо, что смотрели. Пока!